Наградили лучших. В столице Чувашии подвели итоги традиционного театрального конкурса «Узорчатый занавес». В знак скорби о погибших в Кемерово организаторы полностью отменили праздничную часть концерта и почтили память погибших минутой молчания. 19-й по счету «Узорчатый занавес» традиционно проходит в Международный день театра. И этот год не стал исключением. На главный театральный конкурс республики представили лучшие премьерные спектакли 2017 года. Хорошо сделано, что сейчас это недельный срок все это рассматривается. Все спектакли смотрят члены жюри. А раньше было по-другому. Это в течение где-то месяца уже. Потому что театры сами выдвигали лучшую роль, лучшие спектакли и так далее. Все. А сейчас года 4 уже театры выдвигают, только дают спектакль. Из этих спектаклей члены жюри выбирают сами. В основном театры участники представляли на суд жюри по две своих самых удачных, на их взгляд, работы. В итоге спектаклем года стала современная трагедия «Любовный треугольник» театра юного зрителя. Оформление балета «Чиполлино» победило в номинации «Лучшая сценография». А за две роли в спектакле «Венецианские близнецы» актер Русского драматического театра Александр Смышляев получил статус исполнителя лучшей мужской роли. Спасибо большое, очень приятно. Хочу поблагодарить Владимира Алексеевича Красотина, режиссера, что он мне доверил эти роли моим партнерам, хорошим, замечательным цехам, всем зрителям, жюри. Спасибо вам большое. Свой первый занавес получила Анна Кудряшова. Лучшая актриса она стала благодаря роли Груши в спектакле по пьесе Островского «Не так живи, как хочется». Ой, боже, я просто рада, это ничего не сказать. Я в восторге, я порхаю, я хочу жить, творить. Боже, сегодня с утра у меня какое-то волнение. Думаю, что такое? Вообще, вот пришла в театр еще сильнее. Думаю, ну сейчас уже скажите, огласите уже все. Не могу ждать, терпеть. Назвали мое имя, фамилию, все, боже, я очень счастлива. Репетиции, премьеры и гастроли. Эти люди выбрали для себя нелегкую, но интересную жизнь. А все лишь с одной целью – получить любовь зрителей. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Борис Андреев, Республика.